Нога в ногу. На театральной площади состоялся общегородской строевой смотр и развод сотрудников правоохранительных органов Саратовского гарнизона. Вниманию горожан были представлены все подразделения полиции. ДПС, кинологи, конная полиция, а также вспомогательные части, казаки и дружинники. В рамках мероприятия руководство городской полиции передало в районные отделы 8 патрульных автомобилей. Также были вручены награды отличившимся сотрудникам и гражданам, которые оказывали помощь при задержании преступников.